Ради України Верховного Главнокомандувача. Особовий склад для нагородження вишиванки. Шановні присутні, шановні панове офіцери, панове військові, українці. Уважаемые присутствующие, уважаемые господа офицеры, мои военные украинцы, имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за вашу службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Хотел бы также поздравить вас со всеми праздниками, с Пасхой. Пожелать вам только победы, того, чего желаю каждому украинцу и того, что действительно очень так важно для всех нас. Желаю вам сохранить себя обязательно для Украины. Такие крепкие люди очень нужны. После победы обязательно уверен, вместе отстроим Украину. Хотел бы также, пользуясь этой возможностью, перед награждением вспомнить тех, кто должен получить самые лучшие награды. Это те герои, которых сегодня, к сожалению, нет с нами, но они навсегда в нашей истории. Прошу почтить минутой молчания всех героев, которые не дожили до этого момента, а светлая им память. Ну а вам еще раз желаю здоровья вам и вашим семьям. И искренне благодарен каждому украинцу, каждой украинке за тот большой путь, который вы проходите ежедневно. Слава Украине! Дуже приємно всіх вас бачити. Очень приятно всех вас видеть и жать ваши крепкие руки. Знайте, что в этих руках реальная жизнь и будущее Украины. Горжусь встречей и горжусь тем, что у нас в Украине есть такие крепкие люди. Все благодаря вам. Так что держитесь и берегите себя. От вас зависит наше будущее. Еще раз благодарю вас.